Сергей Петрович, а вы что, уже уходите? А мне пора. Да и у вас гость. Убирайтесь. Чиди! Вон. Чиди! А что, $5000 для тебя не деньги? Это так уж большие деньги. А ничего, что я на улице, блин, из этих $5000 спал. Чтобы изменить судьбу, надо делать то, что никогда не сделать. То есть отважиться на какой-то такой шаг, на который ты бы никогда в жизни не отважилась. Халил. Иногда правильно закрыть магазин среди дня. Подогревает интерес покупателей. Завтра их будет больше. Слушай, раз мы закрываемся, дай денег немножко. Зачем тебе? В кино хочу сходить. То кино, которое ты любишь, в кинотеатрах не показывают. Ну дай, пожалуйста. Ты взрослый мужик. Иди лучше делом займись. Тоже мне. Ибрагим, здравствуй. Добро пожаловать. Как ты? Спасибо, хорошо, проходи. Халил. Халил? Да, брат? Черт с тобой. Иди в свое кино. Постой. И возьми с собой свою любимую актрису. Идите уже. Я, да. Иду. Пожалуйста. Присаживайся. Ко мне в дом приходил Якуб. И принес вот это. Он здесь, в Стамбуле? Да. Устал я, Салем. Я чувствую, что бессилен перед этой жизнью. И не только ты. Не только ты. Я все делал, чтобы переломить судьбу. Чтобы этот ребенок был счастлив после того кошмара, который случился с его матерью. Я вывез его из Стамбула. Нашел ему приемную семью. Каждый месяц передавал через тебя деньги на его воспитание. Ты же помнишь. Конечно, Ибрагим, ты сделал все, что мог. Я спрятал его, чтобы отец его не нашел. И вот теперь этот ребенок приходит в мой дом с бритвой. Как он тебя нашел? Не знаю. Теперь это не имеет значения. Я 30 лет делал все, чтобы он не узнал, что его родной отец убил его мать. А теперь он думает, что ее убил я. И что ты будешь делать? Не знаю. Может, в полицию обратиться? Нет, нет, нельзя. Я могу тебе помочь? Нет, Салем, нет. Не знаю. Не знаю.
Все-таки замечательно быть богатым, правда? Просто очень даже хорошо. Слушай, рад вас видеть, Мехмед. Здравствуй. Слушай, спроси его, что здесь самое дорогое? Что ты хочешь здесь что-то купить? Ну, почему бы и нет? Покажи мне самое дорогое платье. Самое дорогое. Самое дорогое? Конечно же, на витрине. Новая модель. Прекрасно, мы берем это. Ты что, шутишь? Куда ты будешь это одевать? Какая разница, найду куда? Я беру это платье, упакую его. А мерить? Мерить не будем, просто упакую и все. Будет сделано, минуточку. Добро пожаловать. Проходите, присаживайтесь. Спасибо. Ты смотри, опять цены поднимутся. Принести вам еще один кальян? Да, пожалуйста. Вот сволочь. 3 дня писал эту фигню. Эй, ты сюда. Секундочку. А вот и ваш кальян. Самый лучший табак. Специально для вас. Сам выбирал. А брат ваш как поживает? Женился уже? Я со стенкой что разговариваю? Женился. На прошлой неделе. Подойди сюда. Потерпи. Добрый день, друзья. О, ну это вообще на годы. Как поживаешь? Не жалуюсь. Сейчас все обсудят. Смотрел матч Галатасарая с Фенербахче? Нет, а кто выиграл? Конечно, Галатасарай. Все же принес, как он просил. Вот молодцы, наказали выскочек. Это ваш кальян, как вы любите. Спасибо, друг. Сюда подойди, говорю. Что-нибудь еще? Чай, кофе? Да нет, все хорошо. Если что, говорите. Сейчас подойду. А вы как? Желаете что-нибудь еще? Я чуть позже кофе попью. Я лично заварю кофе для вас. Сколько ждать? У нас много клиентов. Вы должны подождать. А я не клиент, что ли? Потише. Успокойтесь. Что вы хотите? Что я хочу? Да вот что я хочу. Ты что делаешь? Чего? Ты зачем его обижаешь? Да, чего? Ну, иди сюда. Что? Кого? Что, полицию? Да, полицию, давай. Здравствуйте. Привет. Знаешь турецкий? Это хорошо. Скажите, у вас есть что-нибудь вот более короткое, яркое? Красивое платье хочешь? Выбирай, не стесняйся. Вот. Оно тебе нравится? А можно его померить? You want? Померить. Okay. Есть с ним туфли, shoes? Shoes? Yes. Yeah, here. Окей, okay, thank you. Милая, пойдем покушаем. Умираю я с голода. Да, сейчас я тебе говорила, что я дизайнер. Ну как, тебе нравится? Помнишь, ты говорила красное, классное? Нет, не помню, что говорила классное, красное. Я знаю. Смотри, как я умею делать. Та-дам! По-моему, так лучше. Не находишь? Вентиляция, нормально, кожа дышит. Сейчас еще второе подработаю. Надо, чтобы симметрично было. Красота. Хотя нет, фигня какая-то, да, получилась? Нет, выкину его, не хочу. Все. Зачем ты так делаешь? Не, ну а что такого-то? Слушай, деньги же у нас, слава богу, есть.
Одним платьем больше, другим платьем меньше. Ничего страшного. Вам нравится? Если бы у меня была такая красивая девушка, весь базар завидовал бы мне. Очень красиво, очень. Ты понимаешь? Возьми эту сумочку. Для комплекта. Думаю, так будет лучше. Красиво. Да. Сколько это стоит? Я сделаю для тебя очень хорошую цену. Спасибо. Хорошо? Берешь? Да. Только для тебя. Всего 125 лир. Thank you. Спасибо. Удачи. Была бы ты моей девушкой. Вот он. Сидит, как ни в чем не бывало. Рассказывай, что он натворил. А что рассказывать? Вот этот русский турист явился сюда пьяным, нагрубил мне, а потом начал тут все крушить. Тут все видели, как он меня избивал. Разве так можно? Ну разве можно? Он проявил неуважение ко мне. Неуважение. Понятно. Пройдемте с нами. Ну, это он виноват. Я-то что? Видите? А, понял. Пройдемте. Да? Иди, иди. Там тебя научат хорошим манерам. Уходи. Девушка. Девушка, девушка, а вам кто-нибудь говорил, что вы нереально прекрасны? Нет, я вам говорю. Нет? Да. А пойдемте в ресторан сходим. Ну, знаете, я с незнакомыми мужчинами в ресторан не хожу. Так это не проблема, сейчас познакомимся. Меня зовут Борис. Ну, Ксения. Очень приятно, Ксения. Так давайте не будем время зря тратить и сходим в ресторан. Знаете, если мы пойдем, то я буду заказывать исключительно самые дорогие блюда. Хорошо, даже под страхом полного разорения я не могу позволить себе упустить драгоценные минуты с вами. Пойдемте. Добрый вечер. Добрый вечер. Чего, солнышко ты мой? Олежек, мое солнышко. Олежек, мне так хорошо, Олег. Наташенька, мне тоже хорошо. Олег, я так счастлива впервые за столько дней. Значит, ты на меня больше не сердишься? Ну что ты, котик? Ну что ты? Ну за что мне на тебя сердиться? Ну, солнышко мое. Ну, помнишь, ты говорила? Ну, говорила, я говорила. Олег, прости меня. Олег, прости меня, ты был прав. Эти мои коллеги, слушай, они ужасно себя вели. Вообще такие лицемеры. Ну, честное слово, мне нет дела до морального облика вашего педагогического коллектива. Просто... Что? Ну, зачем нам с тобой все эти люди? Нам же и так хорошо. Нет? Все. Что? Все, Олег, все. Что все? Олег, все. Так все. Что? Я обещаю тебе, больше никаких учительских посиделок. Все. Рай, Рай, слышь? Ну, Рай, ну это уже не смешно даже. Ну что ты... Господи, ты что, хочешь, чтобы мы снова бегали вокруг тебя, скорую вызывали? Слушай, да пойдем уже, а? Рай, что такое? Господи, да что это? Что, на? Что, водички, может? Тот меня отравил. Да кто вас отравил-то? Чем отравил? Сергей Петрович. Шампанским своим паленым. А я все думаю, почему он мне все время подливает, а сам не пьет. Альпачино, чертов, уже вызывали, что это? Скорую, что ли? Да-да-да. Ты видишь? Раечка, 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 Раечка. Алло, скорая? Здрасте. Приезжайте скорее, у нас тут отравление. Женщина, Токарева Раиса Павловна. Павловна.
55. 54. Ой, извините, 55 только будет. Может быть, уже никогда не будет. Ага, ага, спасибо. Да что ты сделал? Иди лед вот в полотенце принеси. А может, там водки с перцем, а? Я еще иду. Точно. Маленькую, Марин. А то прям совсем. Ну, пусть сначала врач-то приедет. Не-не-не-не, а то не доживу. Райс. Может, Тасик? Андрей! Тазик принеси! Какой пластмассовый или железный? Ülkeden, komplimandan ülkeden, peşimde gezenlerden, haberim her bir şeyden, aklımı çelenlerle, hiç vakit kaybetme. Ну, похоже, первую часть я отработал, я так понял. Что такое? Это что значит? Нет, у меня такой удивительной спутницы, как ты, у меня вообще в жизни не было. Да ну. Ну, я тебе клянусь. Но я тебе не верю. Ну, из-за этого мне не веришь. У меня кого только не было. Надо второй поменять. Давай. Годи. Давай. У меня были, ну, скромные были, там, развратные были. Ну, спокойные, такие капризные. Замужние были, девственницы были. Ой. Пойдем в гостиницу. Нет. Пойдем в гостиницу. Нет. Ну, как говорится, посидим, поговорим. Ты очень шампанское выпьешь. Нет, ну ты очень забавный. Пойдем, ладно. Пойдем. Пойдем. А куда? Пиды? Бутерброд хочу. Мы же идем в ресторан. Что? Я хочу бутерброд. Смотри, какие вкусные. Ну, на, хватит ерундой заниматься, давай пойдем нормально покушаем. Тебе жалко? Сейчас, зачем тебе? Да не, бутерброды здесь. Денег, что ли, жалко для меня? Кушай. Вот это, сдачи не надо. Гадость какая, да? Фу, вообще невкусно. Кофту испачкала. Ну, ладно, я же все равно ее утром купила, она уже старая. Фу. Не надо, не надо, не стоит, нет. Ты не дотрогаешь, что еще? Ну, в общественных местах это неприлично. Да что, ты ли дурочка, или ты меня разводишь, как никто не разводил, прям. Это потрясающая девушка. Я, когда ее увидел сам, я просто обалдел. Вот что она говорит, что она делает. Это просто какой-то космос. А, так, чем могу быть вам полезной? Ну, давайте, давайте номер. Нам. И номер такой, чтобы, знаете, вот мы могли... Люкс. Ну, вы поняли. Будьте добры, ваш паспорт. Ну и деньги, конечно. Ну, а что мы такие? А что мы такие? Серьезно? Ну, а что мы? Нас кто-нибудь проводит? Да не надо, я здесь сама все знаю. Ключик. Пойдем. Я тебя сама прошу. Я вот почему-то не удивлен. А я удивлена. Слушай, Марин, я этот перец нашел, а водки-то нет. Слушай, Андрюш, посмотри, мне кажется, она не дышит. Эти пункты на язык как не дышит. Сейчас я папа слушаю. Господи. У меня нога, она уже хрипит. Да храпит она, спит она. Нет, я не сплю, Андрюшенька, нет. Ну, скоро уже засну навсегда. Надо. Рай, ну не надо, ну едет уже скоро. Ты меня слышишь, Рай? Черт бы побрал-то скоро. Андрюшенька, не сквернослой. Хоть у смертного отра. Так, ну, 3 часа уже едут. Бог с ней. Что она?
сделает, ну, димедрол вколет или магнезию. Все это. Андрюша. Что? Ты мне лучше священника позови. Какого священника? Зачем тебе священник-то? Исповедоваться хочу. Ты что делаешь? Ты что, правда умирать собралась? Перестань! Так это мне еще батюшке звонить? Дверь иди, да. Открой! Приехали, ты видишь? Видишь, Андрюша тебя любит. Видишь, как он из-за тебя разошелся? А ты за Андрюшку держись. Думаю, что ты сюда. Любишь вот человек. И близких своих позаботиться. Даже на смертном одре можно. Здрасте. Ой, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот, смотри, полюбуйся, Белянская. Допрыгалась? Допрыгалась. Привет. Привет. Привет, привет. Допрыгалась. Ой, а что за смешная фамилия? Ну, что это? Это, что это? Мирякина, это что смешно? Это? Папа в ГАИ, смешно, расхохочешься. Юлька, не сиди у человека над душой. Дурманка. Мне просто интересно. Что, понахватала двойка, теперь боишься, что окажется в журнале? А? Это ничего, это я не понахватала. Я, между прочим, свою пари выполняю. Наталья Владимировна, да. Скажите папе. Что, да? Да. Да, Юля старается, да? Да. У меня будет всего, к сожалению, одна тройка по физике. Судя по всему. Единственное не считается. Как не считается? У нас был договор, что троек не будет ни одной. Ты проиграла пари. Ничего-то я не проигрывала пока. Кто сказал? Вот именно. Четверть еще не кончилась. А что кардинально изменится? Ты сама говорила, физика не дается тебе. Не дается. Изменится. И дастся. Все дастся. Позову Владимира Николаевича. Позовем. Вот, позанимайся с ним дополнительно. Как это дополнительно? Где? Здесь, что ли? Ну да, что? Ну что? А что такое? А что? Пусть придет позаниматься с ребенком. Ну, если только позаниматься. Олег, ну я же обещала. Ну хорошо. Ты смотри, а Житкова, и Житкова тоже смотри. Ну что ж, ничего страшного. Пусть принимают настойку валерьяны или там пустырника, только не на спирту. Всего доброго. Доктор, погодите, вы понимаете, у меня нет родителей. Раиса, она единственный для меня близкий человек. Скажите только, если нужны какие-то лекарства, пусть даже очень дорогие. Лекарства я не знаю. Единственное, что я могу ей прописать, это таблетки от хитрости. А вообще, если серьезно, ей не лекарство, ей внимание нужно. Внимание? Я с ней целыми днями сижу. Да я не об этом говорю. Ей мужского внимания не хватает. Всего доброго. Так и должно быть. Не должно быть, как было раньше. Слышишь меня? Не должно. Ксюха, ты меня звала? Нет. Я разговаривала сама с собой. Спасибо. Космическая девушка. Не перестает меня поражать. Разговаривает сама с собой. О чем на этот раз? О предстоящей с вами ночи. Ксюша, я начинаю вас бояться. Ладно, пойдем скорей. Пока ты окончательно меня с ума не свела уже. Пойдемте. Пойдем, пойдем. Здравствуйте, Лена. Hello. Куда? Ну вот, не прошло и года. Что ты опять натворил, Вадик? Скажите мне, пожалуйста, что именно произошло? Драка в кальянной. Он первый полез. И это все? Так, ну, я думаю, что... Уже все воспитательные беседы проведены, да? Уже всех люлей надавали, да? Да. Голодом поморили, да? Протрезвел уже, да? Пора его пускать, да? По-английски, пожалуйста. Куда? Вадик,
А знаете, это не так уж и страшно. Да? Угу. А почему это должно быть страшно? Ну, не знаю. Ну, я тебя прошу, вот только не говори, что я у тебя второй, там... Второй. Второй, второй — это моя карма. Карма? Вы заговорили о карме, знаете, значит, наша встреча с вами, она не случайна. Знаете, я вот решила поменять свою карму, мы поэтому не зря мы с вами встретились. Ведь правда... Молчи, помолчи, когда меняют карму, молчат. Понимаешь? Да. Да, что, а он что сказал? А контракт вы подготовили? Без меня никаких решений не принимать, а через 20 минут буду. Все, прости, пора мне свою карму менять. А как же? Никак. Ёшка. Послушай, может, хватит ты этому бедному официанту весь вечер покой не дала? Да что ты? Что-то такое? Ну, это что, штрудель, что ли? Мехмед, ну посмотри. Не, ну, честное слово, что у вас повара вообще делают? Это ж пирожок какой-то просто. Ну, должно быть еще тертое яблочко, и вообще он должен быть горячий. Давай, меняй. Котел танцует, да, Аня? Потрясающе. Кондорку хочешь? Нет, здесь есть. Спасибо большое. Ума не испорченный. Лен, прости меня, пожалуйста. Молчи уже лучше, а? Ты что, бухал, как я не знаю кто? Теперь драться начал. Что ж дальше-то? Я не виноват. Ну, послушай, ну он сам ко мне первый полез в кальянщик. Ну, морду-то он тебя не бил. Я тебя умоляю, пожалуйста. Ну, ты же самый лучший, самый великодушный. Так все, молчи. Я больше не верю ни одному твоему слову. Лен, прости меня, а? Вадик. Причем здесь вообще? Прости, не прости, я тебе так говорю. Просто я тебе обещаю, если ты наконец-то не возьмешься за свою голову деревянную и не начнешь заниматься каким-нибудь делом, то мы расстаемся. Вот так жить я больше не собираюсь. Да. Не уходи, я тебя умоляю, ну, пожалуйста. Ты права, все, я займусь делом, я перестану бухать, только, пожалуйста. Дай мне подъемных, а? Чего ты сказал? Ну, денег, ну что? Денег тебе? Подъемных? О, мама. Вадик, все твои подъемные ушли на твое счастливое освобождение из участка. Воля. Вот твой заказ. Ой, как быстро, спасибо. Наверное, человек 5, да, над этим трудились на кухне. Фу, гадость какая вообще. Не буду. Послушай, смех хватит. Весь вечер я тебя терпел, но моему терпению тоже приходит конец. Да ладно. Неужели? Можешь заказать для себя сколько хочешь. До утра. Давай, закажи. Итак, скорость звука. Она зависит от свойств среды, через которую проходит звук. Ну, в воде одна скорость, в воздухе другая. Это же понятно? Угу. Ну, смотрим таблицы. Вот скорость прохождения в воде, в воздухе, в стекле. Понятно, да, здесь разберешься. Вот, смотри, задача. Определите скорость звука в воде, если источник, колеблющийся с периодом 2000 секунды, возбуждает в воде волны длиной 2,9 метра. Что мы будем делать? Ну, вот смотрим таблицы, подставляем значение, потом смотрим формулу, подставляем цифры и получаем ответ. Все же просто. Вот. А теперь давай сама записывай условия. Определите длину звуковой волны частотой 725 Гц в воздухе,
в воде, ну и в стекле. Так, записал? Теперь решай. Не могу и все. Чего вы ко мне пристали? Ну что значит, не могу, Юля? Ну ты же сама хотела позаниматься физикой. И потом мы же все с тобой разобрали. Все же легко. Это вы разобрали, а я ничего не разобрала. Юля, это же все элементарно. Берешь цифровые значения, подставляешь сюда, потом формулу и получаешь ответ. И все. И все. Ничего не понимаю. Дурацкая физика. Все, не надо мне ничего рассказывать, не хочу. Юлечка! Че, не все уже, что ли? Господи. Ой. Тяжко, это нечто. Вы уж извините. Я сразу говорил, что от этих домашних занятий толку не будет. Слушай, а что случилось? Я вообще не поняла, что она выскочила? Что случилось? Да работать не хочет. Мы же с ней решили задачу. Я ей все на пальцах показал, все разжевал. Попросил решить аналогичную. И что? Никак. Да что ж такое? Слушай, она так хотела тройку исправить. Да, Володенька. Все они хотят, все хотят. Но как доходит до дела, когда они понимают, что нужно работать головой, все. Тут сразу в истерику. Все понятно. Хотят, чтобы все было как по волшебству. Вот на этом, на золотом блюдечке, вот с этим голубым каемочком. Ну, конечно. Ну, наше-то поколение. Как? Нас приучили работать, ну, да, нести ответственность, а нынешнее поколение. Они же все потребители, сплошные потребители. А что делать-то? А что? Не знаю, не знаю. Я со своей стороны сделал все от меня зависящее. А дальше вы, родители. Ну, а вы учителя. И давайте думать вместе. Давай. Тебе опять. Иди отсюда. Тихо, 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 тихо. Оставь Леди в покое. Иди, иди. Девушка, вы что-то хотели? Нет, спасибо. Хотя, да. Я хотела бы работать вот в этом ресторане. Ну, хочу работать, танцевать. Да. Так что ж ты молчишь? Пошли попробуем. А вы кто? Майоров Юрий Иванович, владелец этого милого заведения. Очень приятно, Ксения. Взаимно. Пойдем. Че, фонтан не работает? Думаю, что он, ему тоже, Влад, тоже твой, вот это поведение, ему тоже надоело. Так я тебя не понял. Ты хочешь же остаться? Откровенно, давай скажи. Мне все равно. Опа. Ради этого стоило бы выжить. Да. Раечка, а я тебе чай сделала травяной, как ты любишь. Спасибо, родная, но я не хочу. С толокнянкой и с кукурузными рельсами, как ты любишь. О, нет. Совсем плохо. Сергей Петрович, вы можете сейчас приехать?
Да. Прямо сейчас. Тарасе Павловне очень плохо. Острое отравление. Именно сейчас, да. Я вас жду. Хорошо. Ага. А вот покажите вот это вот, как вы со стаканом. За раз. Давай. Покажи, Володь, покажи. Ой, по всем законам физики. Упавшее тело надо немедленно поднять. Ты с кем говоришь? Ты вообще знаешь? Ты вообще знаешь, с кем ты говоришь, Олег? Ты знаешь, кто такой Вова? Он педагог от Бога. Он свет... Юлька. Юлька. Открой, а мы тут поржаемся. Убирайте все. Я покажу. Все убирайте быстро. Все убирайте. Потом покажу. Потом. Так, Альбина. Альбина Кирилловна. Штрафнули. Победитель конкурса, учитель года, давай. О, да. Олег, как я рада вас видеть. Мы как рады. Ну что, по какому поводу гуляем? Да за просто хорошо, Альбин. Просто хорошо? Просто хорошо, Альбин. Хороший тост. Да. Давай. О, нет. Оре. Тихо. Она отдыхает. А что? Все так плохо? Ужасно. Человека три дня уже корчит. Что за шампанским ее напои? Вы что, думаете, что это от шампанского? Я не знаю, что уже думать. Вы его где купили? Как тебе? В супермаркете? Где же еще? Да нет, дело не в шампанском. Да и выпила она всего бокальчик. Знаете, если паленой шампанское, хватит и глотка. А врачи-то что говорят? Что они говорят? Вот, целый список мне написали. Когда мне идти в аптеку? Мне некогда, понимаете? Я уже два дня не была на работе. Мне вообще скоро выгонят. Андрей Андреевич целыми днями тоже занят. Мариночка, а давайте я скажу, дайте мне список. Идите. Поспала? Чуть-чуть, да. Давай я тебе подушечки поправлю, давай? Да. Да, повыше, повыше. Вот так. Хорошо? Да, Маришка, дай мне чайку, пожалуйста. Не горячий? Не-не-не. Что? Опять? Боже мой, когда же это кончится? Видно, уже никогда. Только когда помру. Ой-ой. Не знаю, что-то, ну все прям, ну тело ломит, ноги болят, не могу, Марин. Боже мой, ну давай мне ножки, давай я тебе помассирую ножки. Господи ты, боже мой. Ну как? Да никак. Что-то вообще никакой силы у тебя в руках нет. Вот Андрюшка придет, надо будет его попросить. О, Марин, ну дай мне водички, чайку попить. Спасибо. Я сейчас дверь открою. А кто там, Марин? Марин. Тарасе Павловна, это я лекарство принес. Сергей Петрович, подождите секундочку, там не входите. Да? Одну секундочку. Ждете? Заходите, Сергей Петрович. Здравствуйте, Тарасе Павловна. Я вам тут вот все принес. Здесь настойка валерьяны, а аскорбинка, глицину дали по списку, так что все будет хорошо. А чего это вы решили, что все будет хорошо? Даже не понимаю. У меня все тело болит, все ломит, все. Голова кружится, а вы говорите, что все будет хорошо? Так, а что, они вам выписали? Я вон у Марины спросил, это же все витамины. Ну, так неизлечимым, тяжело больным выписывают обычные витамины. Раиса Павловна. А что это вы думаете? Я просто
так здесь лежу? Да нет, ну что, Раиса Павловна? И вы что, думаете, что я симулирую? Раиса Павловна, да я ничего не думаю. Я просто так, Раиса Павловна. Ну... Вот именно, что вы уже ничем не думаете, уже совсем из ума выжили. А вот это вы зря, Раиса Павловна. Вот это уже оскорбление. Да ничего, ничего, переживете. Ох, Раиса Павловна. Идите, идите. А чего? А что случилось? А чего он? Понимаешь, заявил, что я здесь так просто дурочку валяю. Сначала, между прочим, этим шампанским паленом отравил. Ой. Никого. Никого, никого распална я не травил, и ничего я такого не говорил. А если вы обо мне так думаете, мне не остается ничего, как уйти. Как говорится, всего вам доброго. Ой. Рай, что? Присядьте, Сергей Петрович. А? Сядьте рядышком уже, ну. А, да. Вот за руку меня подержите. Распална. Вот. Так вот, чуть-чуть полегче. Все поняла? Да. Теперь давай, переодевайся. А вы не выйдете? А как ты будешь раздеваться перед публикой? Нет уж, давай без фокуса. Стоп. Ну-ка, повтори это движение. Ну, опусти опять, подними чуть-чуть. Так. Ну, стоп. Нормально, похоже. Честно работаешь. Меня заводит. Ладно. Жду тебя в шест. Давай. Что, счетаешь? Она же деревянная. Но зато искренняя. Позже будет. Для куража контраста самое то. Эй, любить ты наш умирающий. А раздеться на сцене сможешь? Давай.